So if we reject the law, it's the same as rejecting the Son. The rejection of the Son is the same as the rejection of the Father. We are on the very verge of the final conflict, and the world needs to be warned. This movement is not to form separate congregations. This movement is to infuse all. So the world is seeing revolt. Well, who's engineering these events? It's not just happening in the Arab world, it's happening in Europe. It's gonna come here. People are fed up with everything that's going on in this world. And this is the breach that needs to be repaired in the time that we live in. We can study prophecies, we can know what's happening in the world, we can see all of these things. If we don't start right here with Jesus, we've gone nowhere. Сегодня мы будем говорить об основании многих поколений. И, по сути, мы будем говорить об Иисусе. И мы будем говорить о том, как этот мир искажает его характер. В Исаии 58 главе 12 стихе говорится: «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Имеется нечто, что необходимо выпрямить, и человек греха ухитрился настолько извратить учение о Христе, что мир сегодня находится в крайнем заблуждении. Я не хочу соглашаться с тем, что представление о характере Христа лежит разрушенным на дорогах этой планеты, втоптана в пыль всяким ветром учений. И что сатана преуспел в уничтожении у Христа всякого следа его величия и достоинства. И никто даже не знает об этом. Они проповедуют доктрины и верят в такие вещи, которые, если вы проанализируете их, являются ужасными. Смирение, мягкость, прощающий дух Христа либо превращены в символ слабости, которая почти не делает различия между правильным и неправильным, делая из него какого-то добренького папочку, или же его превращают в монстра уничтожения, не может дождаться, чтобы увидеть вас ошибающимся, чтобы уничтожить вас. Ну, любой ценой он должен, я говорю о сатане, любой ценой он должен лишить Христа его божественности и не низвести его до уровня, или желательно даже еще ниже, до уровня основателей всех остальных религиозных систем. И вино Вавилона, которое есть ложное учение, рассчитано на уничижение Иисуса до незначительного уровня и разрушение представления о характере Божьем, претендуя при этом на возвеличивание и принятие Его. Блестящий замысел, блестящий. Мы живем в экуменистической атмосфере, когда религиозные разграничители ломаются и терпимость превозносится над истинными доктринами. Вспомните, что то, что я написал синим цветом, являются мыслями, которыми лично я хотел бы поделиться, чтобы затем поддержать их твердыми доказательствами. Нам говорят, что Бог является Богом всех религий, представленных различными способами, и что мы должны концентрироваться на том, что общее для нас, а не на том, что нас разделяет. Только недавно я провел серию лекций, и кто-то подошел ко мне и сказал, что это так печально, что мои лекции ведут к такому разделению, говоря людям, что они должны выходить из вавилонских систем, вместо того, чтобы принимать их и создавать это чудесное единство. И теперь, если бы это были люди, которые не понимали, то это было бы одно дело. Но если это люди твоего уровня и положения, то тогда это приводит в замешательство.
Они говорили мне, к примеру, что ислам имеет так много общих точек соприкосновения с нами, и у нас есть так много общего с иудеями, поскольку они верят в Ветхий Завет, Закон Божий и тому подобные вещи. Так что мы можем соединиться с иудеями, и мы можем соединиться с исламом. И что нам следует смотреть на это как на окружности, пересекающиеся в определенных местах. И что вместо того, чтобы призывать людей выходить на путь послушания Христу и только Христу, нам следует видеть, что Бог работает во всех религиях одинаково. Ну, я нахожу это довольно странным. И особенно в отношении ислама. Это было скорее обескураживающим, поскольку столько голосов заявляет, что Бог ислама в точности такой же, как наш Бог. И затем они перечисляли все точки соприкосновения, и я был, ну как бы это сказать, опечален. Опечален тем, что люди не могут увидеть разницу. После тех собраний, на которых присутствовали моя жена и я, мы ехали домой, и нам нужно было ехать очень и очень далеко. И поскольку мы проводили лекции на том месте, мы брали наш маленький автомобиль, и мы искали место, где мы могли бы переночевать. И мы включили свой GPS. О, вот здесь есть место, где мы можем остановиться и переночевать. И когда мы добрались туда, а экономика была в таком упадке, что этого места уже больше не существовало, но она все еще была указана на GPS. И куда нам теперь ехать? Вот здесь есть маленький крошечный городок, что называется «На краю света». В старые добрые времена вы, как правило, съезжали с дороги, отсыпались и просыпались утром. Сейчас уже так не сделаешь. Вы останетесь без колес, возможно, даже потеряете жизнь, и, вероятно, вы подвергнетесь насилию в более чем один способ. Вы не можете больше так делать. Вам нужно найти безопасное место. И мы ехали и ехали, добрались к следующему месту, и, конечно же, оба они были на GPS. Мы побывали в обоих, в следующем городе. Их больше не существовало. И, наконец, мы приехали в одно маленькое место, где-то после 11 часов вечера. И мне интересно, специально ли Бог привел нас в такие обстоятельства, чтобы мы смогли увидеть вещи в ином свете? И все эти мысли проносились у меня в голове, и мы говорили обо всех этих проблемах. И мы приехали в это место, приехали после 11. И я сказал, ну, можем ли мы еще звонить этим людям? И я сказал, знаешь что, я очень устал, и ты очень устала. Давай позвоним им. Это их бизнес, они живут с этого. Давай им позвоним. И я позвонил им. Они еще не спали. Они сказали, конечно же, заходите. Они впустили нас внутрь своего кемпинга, и мы запарковали наш автомобиль. И я должен был идти ночевать вместе с хозяином, который был слегка подвыпивший, поскольку у него был бар, и отель был частью этого, и он, должно быть, сидел там и потягивал. И он узнал меня. И это случилось где-то, никто не знает где. И он сказал, «Вы не Вальтер Файт?» Я сказал, «Да». И тогда он сделался невыносимым, исключительно невыносимым. И я пытался успокоить его, я не знал, что с ним такое. Но в конце концов выяснилось, что этот человек был масоном очень высокого уровня. И сейчас он никогда бы не сделал этого, он никогда бы не сказал мне ничего, если бы алкоголь не развязал ему язык. И поэтому он начал говорить со мной и сказал, видимо, больше, чем сам того хотел. И мы пытались отправиться спать и пытались дистанцировать себя подальше от этой ситуации, знаете, не раскапывая топор войны. Но затем он начал наседать на меня относительно того, во что мы верим, и в особенности о божественности Иисуса Христа. И он был категоричен в том, что Иисус не является Богом. И, естественно, зная их внутренние доктрины, и он, кстати, полностью подтвердил их своим развязавшимся сальным языком. И затем он сказал мне, «Вы знаете, что я делаю, в чем состоит моя работа и чем мы занимаемся в ложе?» Я сказал, «Ложа здесь, в этом маленьком городишке?» Он сказал, «Нет-нет-нет». Он был грандмастером в ложе в другом городе, дальше отсюда. И он сказал, «Мы занимаемся тем, что идем к каждому христианскому пастору и дарим ему экземпляр Корана, поскольку он доказывает, что Иисус не является Богом». Вы знали об этом?
И я пытался начать говорить с ним о Коране, но чем больше я говорил, тем тверже он становился. И затем он сказал, «Библия не является Словом Бога, это книга от дьявола, но Коран — вот Слово Божье». И теперь, если вам известно, что за этим стоит, я не хочу вдаваться в детали, но факт в том, что мы услышали это прямо из первых рук. И затем я думаю о людях в моих рядах, которые настолько заблудились сегодня и отодвинули основания в сторону и говорят, что их божество является тем же самым, что и наше божество. И затем, в другой раз, некие высокие лица призвали меня разъяснить мою позицию о том, что католицизм и ислам имеют так много общего, что поневоле напрашивается мысль об их общих корнях. И после этого разговора они, видимо, подумали, что заставят меня замолчать. Но они плохо меня знали. Это только заставило меня взяться за дело. И кое-что из того, о чем мы будем говорить, будет чуть излишне детализировано. Но тем не менее, я уверен, люди должны знать, где мы находимся и во что мы на самом деле верим, и чему учит Библия. Потому что не только те, кто вокруг нас, но и весь мир является настолько сильно обманутым. Это просто невероятно. Итак, нам говорят, что Бог есть Бог всех религий, только выраженный различными способами, и что нам нужно концентрироваться на том, что у нас общее, а не на том, что нас разделяет. Именно так обстоит дело лично в моей жизни, я слышу это постоянно. Нам говорят, что Рим изменился. Уф, как часто я это слышу. Рим не изменился, изменился протестантизм. Вы можете убедиться в этом. Зайдите на веб-сайт Ватикана, откройте доктрины и организации, которые поддерживают их и верят в них, и возьмите проверки. И они скажут, мы совершенно не изменились. Мы до сих пор верим в точности в то же самое, и каждый должен прийти в согласие с этим. Итак, от дней реформации мы не изменялись. Является ли Бог ислама тем же самым, что и Бог Библии? И теперь, нам, как адвентистам седьмого дня, говорят даже, что мы имеем уникальную позицию, чтобы собрать вместе религиозные системы мира, являемся своего рода мостостроителями между христианским миром и другими мировыми религиями, в частности, исламом и иудаизмом. И даже универсализм в какой-то степени вползает в наше мышление. То есть, давайте будем учиться религиям друг у друга. Что бы там ни случилось с трехангельской вестью, что бы там ни случилось с проповедью Евангелия, в конце концов, с иудаизмом у нас общее уважение к Торе, а с исламом у нас общее уважение к Иисусу. Мы рассматривали это вчера вечером детально и увидели, что их Иисус совершенно отличается от Иисуса Библии. И также у нас есть интерес к событиям конца. Да, у ислама есть определенный интерес к событиям конца. И они ожидают пришествия Иисуса, но не как Спасителя мира, а как обличителя тех, кто отверг Его. Это совершенно другая концепция. Если вы когда-нибудь окажетесь в Иерусалиме и пойдете к могилам у Золотых Ворот, то там лежат те, кто в состоянии позволить себе это, богатые мусульмане, ожидающие, что Золотые Ворота откроются, чтобы они могли войти туда первыми вместе с Мессией. Да, у них есть интерес к событиям последних дней, но это не тот интерес, что мы имеем. Они верят в сотворение, я согласен с этим, в весть о здоровье, и мы не разделяем пророческие взгляды на Израиль, которые имеются у большинства христианских деноминаций. То есть имеются точки соприкосновения. Но значит ли это, что мы находимся в согласии? Является ли их весть о здоровье такой же, как то, что мы видим в Библии? Более того, Коран даже упоминает о субботе, и это хорошо, не так ли? Он упоминает субботу. Но хранят ли они ее? Нет. Ну, так не все ли равно? Наша весть — это весть разделения, а не объединения, и по сути тут нет места для дискуссий.
2 Коринфянам 6 глава 17 стих говорит, «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Откровение 18 глава 3 стих, «Ибо яростным вином, доктриной, блудодеяния своего, своей неверностью своему жениху Иисусу Христу, она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею. Цари более склонны потакать прихотям Рима, чем прислушиваться к заповедям Бога. И купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Итак, Библия ясно говорит, «Выйди из нее, а не войди в нее». Коран в суре 5.46 подтверждает правдивость Писаний Торы и даже Евангелий, как дарованных Аллахом, но существует так много несоответствий, которые противоречат и Писаниям, и истории, что это невероятно. Если вы прочтете Коран от корки до корки, то вы удивляетесь, а та ли самая эта книга? А знаете ли вы, что Коран не имеет никаких пророчеств в себе самом? Ничего, что могло бы подтвердить, что это действительно Бог говорит. Они заявляют, что Коран заслуживает большего доверия, поскольку у него только один автор, и в нем не может быть никаких ошибок. Но представьте себе всех тех авторов, что писали Библию более 2000 лет, и все они находятся в полной гармонии. Это просто чудо. Только Бог мог сотворить такое чудо. Сура 5.46. Давайте прочтем ее. «Вслед за ними мы отправили Иисуса, сына Марии, с подтверждением истинности того, что было прежде ниспослано в Торе. Мы даровали ему Евангелие, в котором было верное руководство и свет, которое подтверждало то, что прежде было ниспослано в Торе. Оно было верным руководством и увещеванием для богобоязненных». И поэтому они сейчас говорят, «Ну вот, посмотрите, Коран говорит, что Библия — великая книга». А затем Коран отвергает каждое учение этой самой Библии и говорит нам, что поскольку Библия была искажена, то мы должны забыть о ней, и мы должны следовать только Корану. Поэтому тот факт, что такое утверждение в Коране имеется, не значит ничего при таком подходе. Давайте посмотрим на некоторые изменения. Коран изменил учение о созданных мыслящих существах, полностью изменил это. Мы поговорим немного об этом через мгновение. Вероятно, мы можем немного сказать прямо сейчас. В Библии мы читаем об ангелах, и мы читаем о человеческих существах. И мы читаем о падении ангелов, и что сатана является падшим ангелом. Но в Коране не так. Коран учит, что имеются три категории у творения. Вы имеете ангелов, и затем вы имеете джиннов, или духов. Вот откуда появилась история о джине из бутылки. Джинны. И затем вы имеете человека. И у ангелов нет свободы выбора. Они были созданы для различных задач. Некоторые из них созданы, чтобы заниматься болезнями, некоторые созданы, чтобы поддерживать огонь в аду, некоторые созданы, чтобы поклоняться и служить Аллаху с утра до ночи и не делать ничего, кроме этого. И мы имеем в Коране стихии земли, ветра и огня, точно так же, как мы это имеем в других религиозных системах. Потому что в Коране сонмы ангелов, которые не имеют свободы выбора, сотворены из ветра, и так они созданы из ветра. С другой стороны, джинны или духи, они созданы из огня, и человек создан из земли, из глины. И когда был создан человеческий род, Бог повелел ангелам поклониться и служить человеку. И они так и сделали, поскольку не имели свободы выбора.
И затем он повелел джиннам поклониться и служить людям, и их лидер, Иблис, он же сатана, отказался это делать, поскольку он заявил, что он был огнем, и, соответственно, был выше глины. И вот так он и пал. Эта история полностью отличается от того, что мы читаем в Библии. Это совершенно другая история. И, кстати, если вы читали что-то из сопутствующей литературы, то ангелы настолько огромны, что когда он сделает один шаг, то человеку потребуется идти несколько дней. И даже если я не ошибаюсь, понадобится 80-дневное пешее путешествие, чтобы пройти от одного его глаза до другого. Вот насколько они огромны. То есть имеются некоторые очень странные истории, связанные с Кораном. Об этом в Коране прямо не говорится, но эти истории, связанные с Кораном. Но о падении в Коране говорится. История Авраама, Исаака и Измаила претерпевает столько изменений, что это невероятно. Измаил и Авраам кончены тем, что построили мечеть в Мекке. Библия об этом не говорит ничего. История Исхода, конфликт с фараоном, изменен. История Авраама, Исаака и Измаила претерпевает столько изменений, что это невероятно. Измаил и Авраам кончены тем, что построили мечеть в Мекке. Библия об этом не говорит ничего. История Исхода, конфликт с фараоном, изменен. История Иосифа сильно изменена. Моисей вырастает у жены фараона, а не у дочери фараона. Мне всегда интересно смотреть, как мир реагирует на это, потому что, когда они сделали фильм «Моисей», мультипликационный фильм, Голливуд следовал чему? Библии или Корану? Они следовали Корану. Все верно, они следовали Корану. Те люди, которые стоят за кулисами, они оккультисты высокого ранга, они не будут следовать Библии. Аман помещен во времена фараона, хотя он был мидоперсом. Распятие используется во времена фараона, хотя оно появилось только во времена римлян. Многие люди из исторических событий перемещены в другое время, многие из них. Я не буду вдаваться в детали. Мария и Мариам перепутаны, и Мария сделалась сестрой Моисея. Думаю, они запутались где-то в истории. Гедеон и Саул перепутаны. Александр Македонский оказался мусульманином и умер в старости, хотя история говорит совсем другое. И история о рождении Иисуса крайне изменена, так же, как и доктрина о спасении. Это не та же самая книга. Итак, каким же образом эта книга могла быть последовательницей того, что являлось истиной Торы и Евангелия? Это совершенно разные истории. Иисус в Коране не был рожден в хлеву, он был рожден под деревом. Мария рожала его под деревом и родила младенца. Люди прибежали к ней и спрашивают: «Привет, разве ты не должна быть девственницей? Что тут произошло?» И тогда младенец начал говорить и защитил ее, и все пришли в шок и приняли Марию как блаженную. Такие истории люди здравомыслящие назвали бы сказками. Земля, ветер и огонь — это стихии творения в Коране. «Мы создали тебя и сформировали тебя» — Сура 7.11. «И потом мы велели, чтобы ангелы поклонились Адаму, и они поклонились». Но не Иблис, он отказался быть с теми, кто поклонился. Аллах сказал: «Почему ты не поклонился, когда я повелел тебе?» Он сказал: «Я лучше его, ты же создал меня из огня и его из глины». Тут говорится об Адаме. Аллах сказал: «Изыди отсюда, ты не должен быть здесь высокомерный. Убирайся, потому что ты самый злой из творений». Он сказал: «Дай мне отсрочку до того дня, когда они воскреснут». Аллах сказал: «Будь среди тех, кто имеет отсрочку». Он сказал: «Поскольку ты изгнал меня, вот я буду лежать в ожидании на их прямом пути. Затем я нападу на них спереди и сзади, и слева, и справа. Ты не найдешь в большинстве из них благодарности за твои милости». Итак, почему Иблис и джинны охотятся за людьми Аллаха?
Ну, потому что они отказались поклониться, и сейчас они преследуют их. Сура 15:33 говорит, «Я не тот, кто будет преклоняться пред людьми, которых ты сделал из глины, из грязи вылепил их». Аллах сказал, «Тогда убирайся отсюда, ибо ты изгнан, проклят, и проклятие будет на тебе до судного дня». Иблис сказал, «О мой господин, тогда дай мне отсрочку до того дня, когда мертвые воскреснут». Аллах сказал, «Дарую тебе отсрочку до назначенного времени». Иблис сказал, «О мой господин, поскольку ты сделал меня неправым, я сделаю неправильным все правильное для них на земле, и я сделаю их всех неправыми». Итак, вот из-за чего весь сыр-бор. Это совершенно другое противостояние, чем то, о котором мы читаем в Библии, и в котором грех является проблемой. Продолжение цитаты. «За исключением твоих слуг среди них, искренних и очищенных по твоей милости, я не буду беспокоить твоих слуг». А разве есть кто-то на этой земле, кого не беспокоят? Аллах сказал, «Быть моими искренними слугами воистину есть прямой путь ко мне, потому что над моими слугами ты власти не будешь иметь, кроме тех, кто выберет неправду и последует ей». И воистину ад обещан им всем быть жилищем. Для этого имеются 7 врат. Для каждых из этих ворот предназначен особый класс грешников. То есть у ада имеется 7 ворот. Праведники будут среди садов и фонтанов из чистой воды. Такова история происхождения сатаны. Он не падший ангел, он джинн, другой род творения. И если мы прочитаем дальше, он также имел пол, в то время как ангелы бесполые. И сейчас, джинны тогда являются, по сути, демонами, как мы увидим. Но, согласно Корану, джинны помогали строить храм Соломона. Разве это не бессмыслица? Давайте прочитаем это. Сура 34:12. «И мы заставили ветер подчиняться Соломону». То есть ангелы следовали за ним, были послушны ему, они поклонялись ему. Его шаг в раннее утро был равен месячному пути. Вот, пожалуйста, он огромен. И его вечерний шаг был равен месячному пути. И мы сделали источник бронзы, чтобы текла перед ним. И были джинны, падшие существа, глава которых Иблис, сатана, которые работали перед ним по повелению его Бога. И если кто-то из них отвернет в сторону от нашего повеления, мы заставили их почувствовать наказание палящего огня. Они делали для него то, что он хотел, делая арки, изображения, бассейны, большие как водохранилища, кухонные котлы, установленные на своих местах. Итак, демоны строили храм Соломона. Как вам это нравится? «Работайте, сыны Давида, с благодарностью, но мало кто из моих слуг благодарен». Затем, когда мы даровали Соломону смерть, ничего не сказала им о его смерти, за исключением маленького земляного червя, который продолжал медленно вгрызаться в его посох. И когда он упал, тогда джинны ясно увидели, что если бы они знали сокровенное, то они не испытывали бы унизительное наказание своей работы. Вот такого рода вещи вы читаете в Коране. И когда вы сравниваете это с тем, что вы читаете в Библии, то вы должны выбирать между двумя разными духами. В Иоанна 3:16 говорится, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это настолько другой дух. Это Бог, который пытается достучаться до человека, чтобы спасти его из того положения, в котором он находится. Здесь Бог беспокоится о человечестве, впадшем в грех, а не о том, что одно существо отказалось преклониться пред другим существом, что не является библейским, поскольку вы должны поклоняться Богу и только Ему одному. В противоположность этому Бог в Библии не дал никаких повелений ни одному из ангелов и ни одному из людей поклоняться или служить кому-то из людей. Римлянам 5:1. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Вот так Бог привлекает к себе людей, избавляя от грехов и оправдывая их.
через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Это Бог, который заботится о Своем творении. Мы должны сравнить эти вещи, потому что люди сегодня настолько сбиты с толку, что это просто невероятно. Римлянам 5 глава 6 стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Согласно тексту, вы, несомненно, должны быть совершенными, прежде чем Бог обратит на вас внимание. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Какой прекрасный характер открывается нам в этих словах. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Он не заинтересован в нашем уничтожении, Он заинтересован в нашем спасении. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И не довольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Вот в чем состоит план спасения. И в нем раскрывается характер Бога, который сочувствует нашим слабостям, который старается достучаться до нас. И сейчас, если мы посмотрим на великие мировые религии, и если мы сравним некоторые из догм, которые мы видим в католицизме и исламе, то это будет выглядеть довольно запутанным. Поэтому давайте мы начнем с католицизма. Католицизм принижает Иисуса до беспомощного младенца. Они изображают Его либо вот так, либо как вечный труп. Если Он не лежит трупом на коленях у Своей матери, тогда Он висит распятый на кресте. Или даже хуже этого, Он является маленьким куском хлеба, телом Христовым, мертвым телом. И это одна из причин, почему я вышел из католицизма, потому что я не мог говорить с мертвым телом. Я должен был ожидать священника, и священник не всегда был доступен. А если он был недоступен тогда, когда я срочно в нем нуждался? Я вынужден был ожидать, когда он освободится и придет, потому что я не мог говорить с хлебом для причастия, он был мертвым. Что же это за религия такая? Кусочек хлеба, и притом мертвый, и я не могу с ним общаться, я не могу получить примирение, я не могу получить прощение. У меня нет надежды, если только я не найду священника. Если он вообще живой, то он есть божество гневное, требующее подчиняться из страха. То есть тут характер Иисуса валяется на земле и втаптывается в пыль, и Мария заменяет его. Доктрина непорочного зачатия, которую мы рассмотрели в предыдущей лекции, отрицает, что Христос пришел во плоти, в такой же плоти, как и мы с вами, поскольку она заявляет, что Он был существом высшего порядка из-за Своей непорочности. И поскольку Он был высшей природы и не опускался на наш уровень, Ему нужен посредник наподобие Марии и священников, и святых, и тому подобное, чтобы мы могли хотя бы обратиться к Нему. И Библия говорит, что всякий, кто отвергает то, что он пришел во плоти, есть антихрист. Поэтому папство попадает под это определение, потому что оно отвергает, что он был полностью человеком. Человек становится своим собственным спасителем, подобно как Мария своим послушанием аннулировала грехопадение Евы и таким образом стала посредником между человеком и Богом. Это делает ненужным искупление Иисуса Христа. И если мы посмотрим на оккультистский согнутый крест, который используется даже в сатанизме и масонстве, как треугольник, образуемый его руками, и изнуренный труп висит на нем, это символ папства. Каждую секунду они проводят мессу где-нибудь в мире, и так задумано для того, чтобы Иисус распинался снова и снова и снова и снова, потому что их учение говорит, что жертва мессы является той же самой жертвой, что и жертва на кресте.
Итак, говорим ли мы о предыдущем папе, или мы говорим о теперешнем папе, они все любят держать в руках мертвое тело Иисуса Христа. Александр Хислоп в книге «Два Вавилона» пишет: «Самая обычная религиозная работа Рима пропитана этим принципом, возвеличивающим сочувствие и кротость матери за счет любящего характера сына». Так святой Альфонсус Лигуори говорит своим читателям, что грешник, который рискнет напрямую обратиться к Иисусу, должен прийти со страхом и предчувствием его гнева. Но стоит ему только использовать посредничество девы для ее сына, и стоит ей только показать сыну грудь, которую он сосал, это какое-то умопомрачение, как его гнев тут же успокаивается. Если бы моя мама сделала мне такое, я бы убежал. Продолжение цитаты. Но где в Слове Божьем можно найти такую идею? Определенно не слова Господа Иисуса той женщине, которая воскликнула: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». Иисус, отвечая, сказал ей: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Нет никаких сомнений, что этот ответ был дан Спасителем пророчески, чтобы мы могли проверить зародыши всякой идеи наподобие идеи Лигуори. Но эта доктрина имеет хождение в мире. И если вы посмотрите на известные картины католицизма, посмотрите, кому ученики здесь поклоняются. Святой Дух находится сверху, он даже не попадает в поле зрения. Все смотрят на Марию. Она является точкой для фокусирования. Или вот это вот еще хуже. Иисус Христос возлагает терновый венец на ее голову и следы от гвоздей на ее руках. То есть здесь Иисус Христос подменен. Это не слишком тонкая форма отрицания всего Евангелия. В язычестве вы поклоняетесь идолам. Какая разница, если папа преклоняется перед современной Астартой, которая есть Мария? Вот здесь она даже из дерева, такая же, как древние. Она в точности такая же. Это воскресшее язычество. Или вот этот круглый солнечный диск Ваала, бескровный. Это еще одна блестящая идея. Давайте будем приносить бескровные жертвы, раз без пролития крови не бывает прощения. Это ужасно. И затем вы делаете вид, что вы возвеличиваете Иисуса Христа, в то время как вы попираете Его ногами. Это хуже ислама, который делает это же самое открыто. Вот еще одна доктрина, которая распространяется Римом. Она касается бессмертия души, и это одна из тех доктрин, которые протестантизм проглотил вместе с потрохами. Бытие 2 глава, 17 стих. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал змей жене: «Нет, не умрете». И сегодня каждый верит в бессмертие души. И как мы уже как-то говорили, если Иисус... если человек бессмертен, тогда Иисус мог избавить себя от переживаний смерти для того, чтобы даровать нам вечную жизнь. Он мог бы оставаться себе там и просто подождать, пока мы там не появимся. У Иезекииля в 18 главе 20 стихе говорится: «Душа согрешающая, она умрет». И 1 Тимофея 1:17 говорит: «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Он единственный, кто бессмертен, не мы. И чтобы прояснить это окончательно, стих 14 в главе 6 говорит: «Соблюди заповедь, чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие». И если для вас это не совсем ясно в Библии короля Иакова, то в новом переводе короля Иакова говорится:
кто единственный имеет бессмертие, только Он бессмертен, обитая во свете, которому человек не может приблизиться, которого ни один человек не видел и не может видеть, и которому честь и вечная держава. Аминь. Только Бог бессмертен. И Иисус бессмертен. В Римлянам 2 главе 6 стихе говорится, «Который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Что тут неясного? Мы ищем бессмертие, и мы можем найти его во Христе. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся», говорится в 1 Коринфянам 15:51. «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Здесь говорится о смертном теле. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Библия абсолютно ясно говорит об этом. «Когда вы умерли, вы мертвы, и когда вы мертвы, вы спите». Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Ад является могилой. Несколько раз это слово переведено как «ад», а в большинстве случаев это переведено как «могила». И эти два слова так часто подменивают, что любой может запутаться. Давайте мы посмотрим, чему учит катехизис. Это официальный документ, это взято из обряда катехизиса, часть 1, статья 366, раздела 1, говорит. «Церковь учит, что каждая живая душа бессмертна. Она не погибает, когда отделяется от тела в момент смерти». Это не то, чему Библия учит. Библия учит, что глина плюс воздух, дух, дыхание, метаболизм является душой живою. Они представляют из себя разные сущности. Когда жизнь, дыхание уходит, то вы умираете, и вас больше нет. И то, чем вы являетесь и кем вы являетесь, записано, образно говоря, у Бога на диске. И когда придет время для воскрешения, Он восстановит из мертвых, Он нажмет кнопку, и вы появитесь таким же, за исключением того, что ваше тело будет новым, бессмертным. Это то, чему учит Библия. Римский католицизм продает свое вино бессмертия, и бессмертие удаляет страх перед судом, воздаянием и тому подобными вещами. И вы можете жить так, как вы хотите. Я имею в виду, они даже шутят над этим. Разве люди не говорят, что лучше играть в карты в аду, чем скучать на облаках небесных? Знают ли они, чему Библия в действительности учит? И ответ — да, они знают. Вот что новая католическая энциклопедия говорит о душе, о человеческом бессмертии в Библии. Душа в Ветхом Завете означает не часть человека, а всего человека. Знают ли они, что это значит? Да, они знают. Всего человека, как живого существа. Подобно и в Новом Завете это означает человеческую жизнь. Жизнь индивидуального объекта, обладающего сознанием. Тогда зачем они учат лжи, если они знают, чему учит Библия? Потому что их традиция более важна для них, чем Библия. Последние экзегеты поддерживают то, что Новый Завет не учит бессмертию души в эллинистическом смысле и принципу бессмертия после смерти. Они знают истину. Она им просто не нужна. Христианский кондиционализм. Давайте посмотрим, как они определили это в Википедии. В христианской теологии кондиционализм, или условное бессмертие, это концепция особого вида спасения, по которой дар бессмертия является условием веры в Иисуса Христа. Соответствует ли это Библии? Конечно же, да.
Продолжение цитаты. «Эта доктрина частично основана на другом теологическом аргументе, согласно которого человеческая душа по своей природе смертна. Бессмертие, вечная жизнь, таким образом, дается Богом как дар». Это соответствует Библии. Эта точка зрения контрастирует с более популярной доктриной о природном бессмертии. Итак, знает ли мир об этом? Они знают это, но они не хотят применять это, потому что это вызывает дискомфорт. Продолжение. Это обычно связывают с мортализмом и аннигиляционизмом, или верой в то, что неспасенные будут окончательно уничтожены и прекратят свое существование вместо бесконечного страдания в аду. Они знают об этом. В этом есть логика. Продолжение цитаты. Этот взгляд также связан с идеей о спящей душе. Лазарь уснул, я имею в виду его смерть. Но я называю это сном, поскольку для меня это просто сон. Я разбужу его опять в последний день. «Где ты был, Господи, когда брат мой умер?» Я разбужу его. «Я знаю, что он воскреснет в последний день, но если бы ты только был здесь, Лазарь, выйди вон». Он спал, иначе он бы начал горько жаловаться на то, что он снова вернулся на эту землю. Итак, это бессознательное состояние вплоть до дня воскрешения мертвых для последнего суда перед наступлением нового мира. Возможно, вам покажется интересным узнать, что Мартин Лютер верил в то, что говорит Библия. Вы знали об этом? Мартин Лютер верил в то, что говорит Библия. Он верил этому? Во время реформации в Германии реформатор Мартин Лютер был среди видных защитников условного бессмертия, за что его критиковал французский реформатор Джон Кальвин, упрекая в принятии доктрины «спящей души». Видите ли, я верю, что он знал об этом, потому что он переводил Библию. Он должен был размышлять о том, что означают эти слова, и это удивительно для меня. И сейчас, вот этот спор разгорелся в 1513 году. Папа Лев в понедельник 19 декабря 1513 года издал буллу, заявляющую: «Мы осуждаем и порицаем тех, кто утверждает, что мыслящая душа смертна». И затем, здесь на латыни, эта булла была направлена против растущей ереси тех, кто отрицает природное бессмертие души и признает условную бессмертность человека. Итак, это не новый спор, поскольку протестантский мир хотел бы наклеить такой ярлык на определенные группы, как мы увидим это через минуту, и среди них на адвентистов седьмого дня, которые встали на сторону Мартина Лютера. Цитата. «Доктор Мартин Лютер вывесил свои тезисы 31 октября 1517 года в Виттенберге. В опубликованной в 1520 году защите 41 из своих тезисов Лютер причислил папскую декларацию о бессмертии, цитирую Мартина Лютера, к тем чудовищным мнениям, которые можно отыскать в навозной куче предписаний Рима». Сильное выражение, не так ли? Он называл вещи своими именами. Мартин Лютер, Ассертио Омниум и так далее, мы можем это пропустить. Лютер был осужден самой последней буллой, и он был осужден за свою работу. И сейчас архиепископ Фрэнсис Блэкборн обратился к этому спору, и он сказал: «Лютер поддержал доктрину спящей души, основанную на Библии, и затем он использовал ее для отвержения чистилища и служения святых, и продолжал верить в это до своего последнего вздоха». И сейчас я хотел бы спросить у моих лютеранских братьев, почему вы не верите своему основателю и называете себя лютеранами? Почему вы верите навозной куче папы вместо библейских оснований Лютера? Мартин Лютер говорил: «Нам следует учиться смотреть на смерть в правильном свете, чтобы нам не нужно было бояться этого, как это делают неверующие. Потому что во Христе воистину нет смерти, но есть прекрасный, чистый и короткий сон,
который приносит освобождение от долины слез, от греха и от страха перед настоящей смертью, и также от всех превратностей жизни. И мы будем в безопасности и без забот покоиться мирно и нежно на короткое мгновение, как на диване, до времени, когда Он разбудит всех нас вместе с дорогими детьми в Его вечную славу и радость. Если бы они просто прочли первый стих в Евангелии от Иоанна, 14 главы, там находится вся доктрина, и каждый мог бы узнать, что это так и есть. Дальше он продолжает. «И поскольку мы зовем это сном, мы знаем, что мы не останемся в нем, но будем опять разбужены к жизни. И то время, когда мы будем спать, покажется нам не больше, чем как если бы мы только что уснули. Следовательно, мы будем осуждать сами себя за то, что мы удивлялись или беспокоились перед таким сном в час смерти, и внезапно выходим живыми из могилы и из разложения, полностью здоровы, свежи, с чисто ясной прославленной жизнью, встречаем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа на облаках». Мартин Лютер. Знали ли вы, что он в это верил? Похоже, что никто в мире не знает, что он в это верил. Писание в каждом месте дарует такое утешение, когда говорят о смерти святых, как если бы они уснули и были приложены к их отцам, иначе говоря, победили смерть благодаря такой вере и утешению во Христе, и ожидали воскрешения вместе со святыми, которые умерли до них. Вот это теология Мартина Лютера. И вы знаете, что интересно? Он перевел Библию на немецкий, но был еще один человек, который перевел Библию на английский. Кто это был? Тиндаль. Уильям Тиндаль, вы проводили время над Словом Божьим и размышляли над значением слов и утверждений Библии. Во что же вы верили? Британский библейский переводчик Уильям Тиндаль начал защищать возрожденное учение об условном бессмертии. Это, так же как и другие учения, привели его к прямому конфликту с папским защитником Томасом Мором, который сильно противился Лютеру и Тиндалю, по словам Мора, заявляющим, что все души одинаково спят до судного дня. Это то, во что верил Тиндаль. В 1530 году Тиндаль решительно ответил, говоря, «И ты, обращаясь к папе, помещая их, отшедшие души, в небеса, в ад и в чистилище, уничтожаешь утверждение, с помощью которого Христос и Павел доказывали воскрешение. И опять-таки, если души находятся на небесах, скажи мне, почему они не такие, как ангелы, и затем, в чем смысл воскрешения? Пожалуйста, объясните мне, почему я должен быть воскрешен, если я уже на небесах и совершенно счастлив? Оставьте меня в покое, или я должен вернуться назад в тело». Тиндаль пошел в своей вере еще дальше, показав, что папское учение об этом находится в противоречии со святым Павлом. Я вернусь к этому учению чуть позже, а сейчас я отступлю немного. Я перенесу вас в небольшой город, который я нашел интересным. Pilgrim's Rest, покой пилигримов. Это небольшой город в Африке, который восстановили до состояния, в каком он был в более лучшие времена нашей планеты. Вот это мой хороший маленький друг. Кто-нибудь узнает его? Франсуа Дюплесси, и насосы полностью восстановлены, красивые и старые. Маленький приятный город. И у них есть кладбище. И вот этот столб упал, и тут говорится «старое кладбище». И я думаю, что это прекрасно, потому что это действительно то самое место вот здесь, где находится кладбище. Прямо здесь, где вы находитесь, вы спите внизу под землей. Столб мог упасть в другую сторону и показывать наверх, верно? Но вот здесь проходит разделяющая линия истинной теологии. И здесь находится старое кладбище, и интересно то, что они хоронили всех людей в одном и том же направлении. Вы видите? Они все лежат в одном направлении, за исключением вот этого. Эти могилы лежат в этом направлении, в этом направлении, в этом направлении, но вот это лежит в этом направлении, потому что это могила грабителя. Они не похоронили его в том же направлении. Маленькие интересные истории. И мне нравится вот это. «Ржавей с миром, рожден в 1930-м, умер в 1950-м от рака железа». Ну хорошо, давайте посмотрим, что Тиндаль еще хотел сказать.
Но прежде чем углубиться, давайте обратимся к решению Трентского собора. Чистилище души могут очистить себя от своих долгов только через страдания. Я никогда не забуду тот момент, когда римо-католический священник, и он был совершенно искренним, позвонил мне и сказал: «Вернись в церковь», потому что я ушел из католицизма в адвентизм. «Вернись в церковь!» Я сказал: «Почему?» Он сказал: «Потому что твой отец страдает в чистилище за твои грехи». Я сказал ему: «Прошу прощения, откуда вы знаете, что мой отец страдает за мои грехи? Кто вам это сказал?» Он сказал, что монахини сказали ему это. То есть я заключаю, что у них были какие-то сеансы, и они были проинформированы о том, что происходит. Но я выбрал довериться Слову Божьему. Тиндаль продолжает рассуждать о том, чему учил Павел, и говорит: «Ну нет, Павел, ты не образован. Обратись к господину Мору». Он говорит здесь о Томасе Море, католике, который спорил с ним о его доктринах и отвергал их. И Томас Мор однажды сказал, что ошибок в Библии Тиндаля так же много, как много можно найти воды в океане. Поэтому Тиндаль насмехается над ним и говорит: «Ну нет, Павел, ты не образован. Обратись к господину Мору и научись новому. Мы не настолько жалкие, хоть мы и не воскреснем опять, потому что наши души идут на небеса сразу, как только мы умрем, и находятся там в радости такой же великой, как и Христос, который воскрес». Я удивлен, что Павел не утешал фессалоникийцев этой доктриной, если он разумел ее и знал то, что души их мертвых не будут воскрешены опять. Если души находятся на небесах в такой же славе, как у ангелов, согласно вашей доктрине, покажите мне, какая причина должна быть у воскрешения? Это говорит Тиндаль. То есть, если вы занимаетесь размышлением над Словом Божьим и осмыслением Слова Божьего, тогда вы должны будете раскрыть смысл таких слов, как ад, гадес и все подобные, и шеол, и сон души, и гиена, и что они означают. Уильям Тиндаль, ответ на диалог с господином Томасом Мором. И вот вам цитата. Он говорит: «Саддукеи, отвергая воскрешение, были поправлены Иисусом, который учил, что будет воскрешение в конце веков, в конце царства греха. Иисус учил этому, и Он также учил, что на небе спасенные всех веков не будут жить в брачных отношениях с женами, точно так же, как и ангелы. Затем Иисус показывает, что после воскрешения, когда даже Авраам, Исаак и Яков будут снова живы, всемогущий Бог, который воскресил их, будет Богом для всех на небесах, где им будет присвоен новый титул — «Дети воскрешения». В настоящее время все святые Бога мирно спят в своих могилах, ожидая Дня Воскрешения. Тиндаль, вы верили в это. Вы перевели Библию на английский. Мартин Лютер, вы верили в это. Вы перевели Библию на немецкий язык. Почему же ваши последователи и так называемый протестантский мир, который принял ваше учение, не следует этому сегодня? Почему они приняли папскую доктрину? Джон Милтон, знаменитый поэт, возможно, самый знаменитый поэт всех времен. Он был хорошо известным или даже был величайшим из всех сакральных поэтов. Милтон учил о совершенно бессознательном сне человека после смерти вплоть до прихода Христа и воскрешения, и он писал: «Так как весь человек, вообще говоря, состоит из тела и души, то где бы, возможно, отличительная граница этого разделения не проходит при его смерти, во-первых, весь человек, и во-вторых, каждая составная часть его страдают от жизненных лишений. Могила есть общий хранитель всех вплоть до судного дня». Это говорят интеллектуальные люди. Сейчас давайте перейдем к тому, чему учит католицизм. Труды Сэмюэля Хопкинса. «Дым от их мучений будет возноситься всегда перед взорами благословенных, перед их глазами. Эта демонстрация божественного характера и его славы будет для блага спасенных».
Это то же самое, чему учил Кальвин. Итак, страдания в тех местах являются наибольшим развлечением для сияющих наверху, когда они видят страдания там внизу. Продолжение цитаты. «Наибольшим развлечением и доставит наивысшее удовольствие для тех, кто любит Бога. Если бы вечные мучения и огонь были погашены, это бы в огромной степени положило конец счастью и славе благословенных». Что это такое? Этот человек что, больной? Это же садизм. Мог бы кто-то из вас находиться в вечном счастье, если бы один из ваших дорогих детей горел в мучениях на веки и веки и веки? Эта доктрина сделала меня атеистом. И Иезекииль говорит, «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев». В Исаии 55 главе 7 стихе говорится, «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Это настолько разные доктрины. Катехизис католической церкви, официальный, говорит, «Учение церкви утверждает существование ада и его вечности. Немедленно после смерти души тех, кто умер в состоянии морального греха, спускаются в ад, где они страдают от наказания ада, вечного огня. Главное наказание ада — это вечное разделение с Богом, в ком одном человек может наследовать жизнь и счастье, для которых он был создан и которые он ожидает». То есть они смягчили это немного, но они не удалили это. Это все еще существует. «Я не хочу смерти умирающего», — говорит Библия. В своей книге, изданной в 1994 году «Переступая порог надежды», папа Иоанн Павел II написал, «Так что, Рим изменился? Как бы не так». Он написал, что слишком часто проповедники, законоучители, учителя не имеют больше мужества проповедовать об угрозе ада. Относительно реальности ада, папа говорит, «Факт в том, что древние соборы отвергнули теорию, по которой мир будет восстановлен после разрушения, и каждое творение будет спасено, теорию, которая отменяет ад». И затем он цитирует Матфея. Он не понимает этого, но он это цитирует и говорит, «Они уйдут в муку вечную». Церковь никогда не делала никаких заявлений о том, кто есть те, которые уйдут в вечный ад. А я говорю, что они определенно делали такие заявления. Они определенно делали это. Не говорил ли он, что те, кто совершил моральный грех, и те, кто был отлучен, пойдут в вечный ад? То есть он пытается смягчить это, но он не избавляется от доктрины ада. И если вы возьмете иезуитские упражнения Лойолы, которые используются по сей день, то в них, при медитировании об аде, вы должны увидеть в своем воображении длину и ширину и глубину ада. Далее цитата. «Второе, прося о том, что я хочу, я буду просить здесь о внутреннем чувстве боли, которую испытывает проклятый, для того, чтобы, если вдруг из-за моих ошибок они забудут любовь вечного Бога, по крайней мере, страх боли мог бы помочь мне не войти во грех». Первым пунктом будет увидеть зрительно в воображении великий огонь и души, как бы в телах, в огне. Это отвратительно. Бог здесь какой-то тиран. Он монстр. Продолжение цитаты. Вторым пунктом будет услышать слухом рыдание, вой, плач, богохульство против нашего Господа Христа и против всех Его святых. И затем вам надо захотеть почувствовать запах дыма и серы и нечистот и разлагающихся вещей. Вы хотите иметь медитацию такого рода? Такого рода медитации, которые выпрыгивают из больного разума. Но это то, на чем основаны современная духовность и духовное формирование. Да поможет нам Бог Небес не исказить характер Божий и не превратить его в монстра. Католические ответы. Это взято с сайта catholic.com. Доктрина ада настолько пугающая, что многочисленные еретические секты стали отрицать реальность вечного ада. И они называют их унитариане, универсалисты, адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы, христодельфиане, христианские ученые, религиозные ученые, новый век и мормоны. И теперь... Не правда ли интересно, что когда кто-то проповедует истину, то дьявол всегда старается приложить заблуждение к истине?
То есть, если вы обратитесь к унитариям и универсалистам, то там учат, что все спасены. Адвентисты седьмого дня говорят, что Библия и только Библия и ничего более. Свидетели Иеговы говорят, что Иисус не является Богом. Христодельфияне, христианские ученые, религиозные ученые, они перенесли это в сферу современности, и они, по сути, как атеисты в том, что касается сна души и всего такого. Новый век и мормоны обожествляют человека. Итак, все они отвергли или изменили доктрину ада настолько радикально, что она больше не представляет серьезной угрозы. То есть они все еще отстаивают это. Кирилл Иерусалимский, они цитируют его в этих католических ответах, «Мы поэтому будем воскрешены все в своих вечных телах, но не у всех тела одинаковы, потому что если человек праведный, то он примет небесное тело, чтобы иметь возможность достойно сообщаться с ангелами». Но не правда ли это запутывает? Есть воскрешение, но есть также и другая сторона, что вы не должны быть воскрешены. Вы идете прямиком либо в горячее место, либо в хорошее место. Но послушайте, что он здесь говорит. «Но если человек грешник, тогда он может вечно гореть в аду, и это никогда не прекратится». Вот это римо-католическая доктрина. И что она делает с характером Иисуса Христа? Могли бы вы любить такого Бога? Я мог бы только ненавидеть такого Бога. Мог бы такой Бог привлечь вас своей любовью, или Он будет избивать вас страхом? А разве страх удерживает людей от курения, даже если на пачке написано «это убьет вас»? И что люди делают с этими сигаретами? Они вытягивают их прямо из пачки и курят, верно? Страх бесполезен. Страх только укрепляет протест. Это отвратительно. Что происходит после смерти? И сейчас, вот это Объединенная Церковь Бога, и это изумительно для меня, поскольку Объединенная Церковь Бога проводит прекрасные исследования Библии и объясняет в точности, что происходит после смерти. И они освещают это совершенно корректно. Они являются наследниками Всемирной Церкви Бога, которая приняла субботу, но затем оставила субботу и вернулась к воскресению. И вот эти люди до сих пор хранят субботу, поэтому они создали новую группу. У них верные доктрины, если смотреть с точки зрения Библии. Но они добавили диспенсационализм к этим доктринам и доктрину британского израилизма, и поэтому вы видите селекцию тех, кто спасен, основанную на генеалогии. То есть вы спасены благодаря вашим генам, а не Иисусу Христу. То есть вы можете иметь верную доктрину, но если вы придерживаетесь в чем-то другой доктрины, которая противоречит верной, то вы все еще не в истине. Держитесь Библии. Но давайте взглянем на их учение, поскольку они приняли его верно, и я не хочу здесь обращаться к адвентистскому учению, которое в точности такое же самое. Я просто хочу сказать, что и другие люди также могут увидеть это. Далее цитата. «Невзирая на широкое распространение фразы «бессмертная душа», этот термин нигде в Библии нельзя обнаружить. Откуда же пришла эта идея? Она пришла из языческих верований. Им следовало бы прямо упомянуть здесь римо-католическую церковь, которая распространяет эту веру. Продолжение цитаты. «Разве какие-то библейские стихи учат тому, что наша душа бессмертна? Кое-кто верит, что некоторые стихи поддерживают веру в бессмертие души. Давайте рассмотрим некоторые из этих стихов. Матфея 10 глава, стих 28. «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Здесь они говорят, «Ну, посмотрите, ведь здесь вообще-то говорится об уничтожении, а не о вечности, так как здесь они говорят, она может быть уничтожена». Поэтому, что тут имеется в виду под словом «ад»? Здесь использовано слово «гиена», которое состоит из двух частей — «гай» и «геном», означающие «долина генома». Это выражение изначально имело в виду долину на юге от Иерусалима, где поклонялись языческим божествам. И поскольку из-за своей репутации это было пустынное место, то позже там сделали мусорную свалку, где сжигались отходы. То есть это исчезает. Дух, душа и тело. Первое послание к Фессалоникийцам.
Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Многие смущены тем выражением, которое использует апостол Павел в письме к фессалоникийцам. Что Павел подразумевал под словами «дух, душа и тело»? Дух — это пнеума. Павел подразумевает нематериальный компонент, который присоединен к физическому телу. Это не сознание само по себе, скорее это дает мозгу способность понимать, творить и анализировать наше существование. Смотрите Иова 32 главу. Они провели довольно хорошее библейское исследование. 1 Коринфянам 2:11. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» И они говорят, что под псюхе Павел имеет в виду физическое существо вместе с сознанием, под телом — сома. Павел подразумевает физическое плотское тело. Если коротко, то Павел желает для всего человека, включая мысли, жизнеспособность сознания и физического тела, быть освященным и непорочным. Они поняли это правильно. Тогда для чего добавлять все остальные вещи? Матфея 10:28. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, то есть всего человека, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Гадес, или могила. «И смерть, и ад были брошены в озеро Огненное». Это смерть вторая. Тут есть определение. Это забвение, это смерть. И кто не был записанным в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Это не вечно пылающий огонь, но по определению это вторая смерть. То есть Библия не знает ничего, но она использует символизм слова «гиена» и «ад» и «гадес» и тому подобное, но она ничего не знает о вечном страдании по другую сторону. Это языческая идея, и она распространяется по церквям католицизмом. И Библия говорит о Содоме и Гоморре, которые были полностью сожжены дотла, как пример того, что в действительности случится с безбожниками. Они будут уничтожены. И точно такой же приговор мы читаем у Иуды в 1 главе 7 стихе. Псалом 36, стих 20. «А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут». Они исчезнут, они будут, как если бы их никогда не существовало. Это довольно ясно. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». И теперь, почему Бог должен делать это? Зачем Ему убивать кого-то? Он хочет спасти нас от наших грехов. И для греха Бог есть огонь поедающий. Но если я прилепился к греху, и я выбрал держаться за него, и когда он явится, и я предстану перед его лицо, то я должен буду исчезнуть вместе с грехом. И будут, как бы их и не было. Это не потому, что Бог не хотел спасти их, а потому, что Он сделал все, что мог, чтобы спасти их, и они отвергли это, они пошли своими путями. И Библия в Малахии 4 главе 3 стихе говорит: «И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших». Ни одно живое существо не будет кричать от боли всю вечность. И теперь, такой характер Бога, каким он изложен в доктринах не только католицизма, но и фактически у всего протестантизма, это что-то такое, что вычеркивает Бога вообще. В то время как жизнь является наследием праведников, читаем в томах Духа пророчества, смерть является уделом беззаконников. Это соответствует Библии. Душа согрешающая умрет вечной смертью, смертью, которая будет длиться вечно, из которой не будет надежды воскреснуть. И тогда гнев Божий утихнет. Для меня было удивительно, что сатана будет иметь такой успех, заставив людей поверить в то, что слова Бога «душа согрешающая, та умрет» означают «душа согрешающая не умрет, но будет вечно жить в мучениях». Ангел сказал: «Жизнь есть жизнь, неважно, полна ли она боли или счастья. В смерти нет боли, нет радости, нет ненависти». Библия говорит: «Мертвый ничего не знает». Давайте взглянем на некоторые определения из католического катехизиса. Ад используется как место наказания после смерти. Теологи выделяют четыре значения слова «ад» —
В строгом смысле, это место наказания для проклятых, демоны они или люди. Затем они говорят о состоянии лимба для младенцев, там, где заключены те, кто умер только лишь в первородном грехе, без личного морального греха, и они проходят через своего рода наказание. И также лимба для отцов, лимбус партум, где находятся души тех, кто умер перед приходом Христа, и они ожидают своего прибытия на небеса, поскольку в то время небеса были закрыты для них в наказание за грех Адама. Первородный грех — доктрина первородного греха. Это еще одна наводящая ужас римо-католическая доктрина. Библия говорит, что грехи отцов не могут быть перенесены на детей. Что я унаследовал от Адама? Его грех? Нет, за свой грех он сам будет отвечать. Я унаследовал от него предрасположенность к греху, поскольку он пал, и все, что он мог передать потомкам, это падшую природу. Поэтому я унаследовал предрасположенность, но я не унаследовал его первородный грех. И затем вы выдвигаете доктрину наподобие чистилища, в котором вы имеете простительный грех и смертный грех, и это становится настолько запутанным, что это какой-то кошмар. И даже сама Римо-католическая церковь должна была признать, что то, что они проповедуют, это полный идиотизм. И поэтому настоящий папа выдвинул идею, что сейчас лучше отменить состояние лимба. В течение тысяч лет Римо-католическая церковь учила, что если младенец умер до крещения, то он в действительности не грешил, поэтому он на самом деле не идет в ад. Но он не был крещен, поэтому он не может идти на небеса, и поэтому он находится в состоянии лимба. И теперь папа говорит, знаете, люди спрашивают, где это в Библии, мы не находим этого, это какая-то бессмыслица. И чтобы не выглядеть более глупым, чем он уже выглядит, он говорит, давайте откажемся от этого. 800-летняя концепция лимба, по которой некрещенные умершие младенцы считались зависшими между небом и адом, отменена папой. Бенедикт сказал, что имеются серьезные основания верить, что дети, которые умерли некрещенными, отправятся в конце концов на небеса. В V веке святой Августин сказал, что младенцы, умершие некрещенными, идут в ад. В XIII веке теологи выдвинули концепцию лимба, поскольку предыдущая выглядела слишком жестоко. И BBC довольно справедливо спрашивает, как лимба может быть так вот просто отменено? Почему же вы не отмените чистилище? Почему вы не отмените и ад заодно? Потому что он не может. Он не может, потому что вы помните, сколько индульгенций он продал в средние века, чтобы люди избежали чистилища. О, горе! Да если бы он избавился сейчас от этой доктрины, то он бы дал протестантизму такой толчок, что вы бы даже не поняли, что с ним произошло. Они бы оказались в космосе, на орбите. Далее цитата. «Папа готов отменить идею лимба, некую обитель на полпути между небесами и адом, населенную некрещенными младенцами. Неужели это так просто сделать? Вы действительно можете сделать это? Вы можете поменять это, если захотите». Давайте прочитаем что-то хорошее для разнообразия. «Доброта Божьей справедливости. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Насколько противно любому проявлению любви и милосердия, и даже нашему чувству справедливости, учение о том, что мертвые грешники мучаются в огне и сере в вечно горящем аду, которые за грехи короткой земной жизни должны страдать от мучений так долго, как долго Бог будет жить. Где на страницах Божьего Слова можно найти такое учение? Будут ли спасенные на небесах лишены всякой жалости и сочувствия, и даже общечеловеческих чувств? Будет ли все это заменено на безразличие стоиков или на жестокость дикарей? Нет и нет, это не является учением Божьей книги. И я согласен с ее высказыванием. Насколько противно то, что в огне и сере, в вечно горящем аду, за грехи короткой земной жизни вы должны так страдать. Теория вечных мук — это одна из ложных доктрин, которая составляет вино блуда Вавилона. И она разрушает Иисуса Христа, или образ Иисуса Христа.
Мы рассмотрим некоторые из других доктрин в последующих лекциях. Когда мы рассмотрим, в какие лживые цвета сатана раскрасил характер Божий, то стоит ли удивляться, что нашего милосердного Создателя боятся или даже ненавидят? Принципы доброты, милосердия и любви, которым учил и которые демонстрировал наш Спаситель, являются описанием воли и характера Бога. Бог совершает правосудие в суде над грешниками для блага Вселенной и даже для блага тех, кого посещают Его суды, тех, кто избрал сатану своим вождем и контролируется его властью, кто не готов войти в присутствие Божие. Они сделали свой выбор. Все они пьяны от этой доктрины ада. Эта доктрина делает из Христа монстра, еще худшего, чем Сталин или Гитлер, которые мучили свои жертвы, это мои слова, только какое-то время. Здесь говорится далее в этом источнике, «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». И дальше идет такое же утверждение. Как вы можете верить в Бога, который заставляет людей страдать вечно? В следующей лекции мы сравним учение римского католицизма и учение ислама.